Здравствуйте, дорогие зрители! Это лунный гороскоп на 22 января 2024 года. Давайте узнаем, что этот день может нам привнести в жизнь. 12-й лунный день. Это день молитв, уединения, внимательности к самому себе, успокоения, победы мудрости над чувствами. День милосердия и сострадания. Включение космической энергии любви. Энергетика дня располагает в этот день делать добро ближним. Рекомендуется дарить подарки, подавать милостыню, особенно если вас об этом просят. Тот, кто в этот день не будет милостив, может и сам лишиться милости. Влияние на нас. В 12-й лунный день возможна повышенная эмоциональность и обидчивость. Категорически не рекомендуется сердиться и ненавидеть. Нельзя ссориться. Помириться потом будет очень трудно. Не следует жалеть себя, жаловаться и плакать. В этом состоянии можно застрять надолго. Бизнес и деньги. Не следует что-либо начинать и браться за то, что для вас имеет большое значение. Отложите важные дела. Сегодня не лучший день для серьезной работы. День неблагоприятен для решения любых финансовых вопросов. Не подходит для торговли, обогащения и азартных игр. Судебные процессы и тяжбы по возможности тоже лучше отложить. Отношения в 12-й лунный день. Энергетика дня способствует проявлению сострадания и заботы о тех, кому она нужна. Контакты с противоположным полом, любовные отношения в этот период могут обернуться ссорами, обидами, непониманием или нереализованными желаниями. Брак. Это один из лучших дней лунного месяца для заключения браков, которые будут основаны на высшей любви. Семьи, созданные в 12-й лунный день, как правило, бывают счастливыми. Такие союзы редко заканчиваются разводом. Здоровье. Очень хороший день для начала лечения. Очищение верхних дыхательных путей, сердца и легких. Хорошо сходить к источнику, искупаться в реке, так как вода в этот день обладает сильными очистительными свойствами. Надо стараться употреблять поменьше грубой пищи и пить больше воды. Рекомендуются также соки, кроме яблочного, это символ обогащения. Совершенно противопоказаны нагрузки на сердце. Рекомендации и предупреждения. В 12-й лунный день не следует предпринимать новые дела, так как они пойдут прахом и принесут одни потери. Плохой знак в 12-й лунный день – разбитая посуда или пролитая жидкость. Принято считать, что это предвещает одиночество. Дорогие зрители, я желаю каждому из вас крепкого здоровья, любви и удачи. Пусть у вас всегда в душе сияет солнышко, и пусть рядом будут всегда любимые и близкие вам люди. Спасибо большое всем за просмотр. Пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими близкими. Всем до свидания и хорошего дня!